Квесты группа мотивом сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» провели в Гродно. Мероприятие прошло в преддверии Дня библиотек. Для учащихся начальной школы разработали программу по мотивам одной из самых популярных советских сказок. Ребята выполняли задания от каждого персонажа. Рисовали Карабаса-Барабаса, ловили рыбок, отвечали на вопросы и пели уже полюбившиеся песни из одноименного мультфильма. Мы на этой сказке в свое время когда-то выросли и хотим сейчас привить нашим детям современным любовь к классике. Детям нравится, мы видим, как они реагируют на эту сказку, на этих персонажей. И это здорово, что вот возрождается старая классическая литература. Ежегодно работники библиотеки используют самодельные куклы во время проведения квеста. Для этого мастерицы клуба «Гродненская кукла» изготовили 9 маленьких копий персонажей сказки. В качестве материалов рукодельницы использовали различные ткани, полимерную глину, вязаные изделия и многое другое. Мне понравились все персонажи, потому что у каждого из него есть своя особенность, которой нет у другого. Они все совершали какие-то хорошие дела в сказке, и без этих персонажей Буратино не было бы ключика, не открыли волшебную дверцу. Детки любят считать. Мы готовимся к каждому приходу в библиотеку. То есть мы заранее оговариваем, о каком произведении мы будем говорить. Поэтому мы пели песни, мы посмотрели мультфильм. Поэтому мы вот готовы к сегодняшнему мероприятию. Вы видите, что детям очень нравится. Они любят сюда приходить. Тем более, что наша гимназия располагается рядом с библиотекой. Поэтому мы, вот говорю, мы здесь частые гости.